Всем привет, дорогие друзья! С вами Инди, и сегодня мы поиграем в классную инди-игру под названием Космотир. Эта игра является космическим симулятором со строительством. Она является смесью двух игр. Одна из них называется FTL как-то там еще, а вторая из них называется Resembly. Если вы знаете обе эти игры, то вы примерно поймете, о чем эта игра. Игра очень классная, находится пока что в альфе и разрабатывается небольшой студией. И, ну, игра сама по себе пока сырая, но если ее продолжат развивать, то она будет моей самой любимой игрой. Я уже изучил весь креатив, прошел обучение такое небольшое, и есть режим типа компании «Охотник за головами». В ней нам придется на маленьком корабле убивать другие маленькие корабли, строить наш корабль и убивать уже более мощных врагов. То есть, я бы сказал, мини-РПГ. Вот наш начальный кораблик. Если честно, он так себе. Из-за того, что я уже снимал видео, я знаю, что он так себе. Мы на начальной планете. Где мы? Вот. Космическая система большая. Очень большая. Я мод поставил на огромность галактики. Не знаю, нужно мне это было или нет. Вообще, галактика, она очень маленькая. Такой размер примерно. Ну, не больше. Я там модификацию включил, я забыл ее выключить. Ну, ничего страшного. И мы находимся вот на такой планетке. Можем перелететь на другую планету, но для этого нужен FTL-двигатель. Есть у нас строительство. Есть оружие, амуниция, то есть снаряд для этого оружия. Защитный, там, роняющий, защитное поле, огнетушители. Для управления кораблем, двигатели, FTL-двигатель. Каюты для экипажа. Энерго, ячейки и реактор. И также и сенсоры, и структура, из которых состоит сам корабль, вот они. Если нам отобьют модуль, то останутся сама структура, на которую этот модуль цепляется. Прикол игры в том, что в отличие от Resembly, здесь внутри небольшой муравейник происходит. То есть, у нас есть экипаж, который управляет орудиями, управляет самим кораблем, вот сидит чувак. И те, кто ничем не занимаются, они просто отдыхают в комнате отдыха. Если что-то потребуется, то есть, например, мы на кого-то нападем, пушка выстрелит, ей потребуется энергия. Люди побегут к реактору, возьмут энергоячейки и отнесут их к самой пушке. То есть, здесь все так работает. Если мы полетим, допустим, то тратится энергия, и тоже наши мелкие человечки, они ее будут восполнять. Но, в любом случае, нам нужно... У нас начальный капитал не очень большой, но достаточно неплохой. Мы можем напасть на кого-нибудь, убить его, получить с него деньги и прокачать кораблик. Ну, пожалуй, начнем вот с этого чувака. Ускорим время и нападем на него. Так, все, мы его заметили. Замедляем время, точнее останавливаем вообще. И смотрим. Противник достаточно слабый. Всего две пушки и 4 члена экипажа. 3 из которых уже сидит и один, получается, здесь бегает где-то. Что нам нужно? Нам нужно лупить по центру, сломать ядро. Тогда весь корабль разорвет просто на кусочки. И заодно сломаем вот эту комнату экипажа. Ну, комнату контроля, точнее. Если мы ее сломаем, то корабль останется без управления. Мы можем двигать ползунок специальный и выстраивать наш корабль, откуда он будет нападать на противника. То есть управление кораблем здесь удобное. Нападаем, делаем вот так и смотрим. Надеюсь, наш корабль выиграет. Но он должен выиграть. Все. Он потерял управление. Мы просто облетаем его. И ломаем вот этот реактор. Наш кораблик выполняет наш приказ. И начинает противника облетать потихоньку. А, не потребовалось. Ладно. Почему не могу? Вот, могу. Вот видите, экипаж носит батарейки к орудиям, подзаряжает их. А мы чиним весь корабль. Надо немножко у нас улучшить наш кораблик, мне кажется. Во-первых, мы поставим здесь койки, на всякий случай, чтобы больше экипажа было. И закроем броней. Вот эти места. Угу. Но он достаточно неплохо. Я бы еще, знаете, что сделал? Вот так. Сейчас покажу. Поставил конвейер, чтобы экипаж быстрее перемещался из реактора к пушкам и быстрее перезаряжал их. Защитное поле нам можно построить, денег нам должно хватить, да. Поставить его, может, по центру, прям, вот здесь. О, неплохая идея, для начала это очень мощно. Подтвердим покупку.
и начинают заряжать наш реактор. А нам энергии хватит? Вполне. Я бы построил еще хранилище, но нам места не хватит, пожалуй. Ну, вроде неплохо. Для начала. Можно поставить еще орудие, кстати. Здесь нет, не очень места. Здесь. Вот, неплохое место, мне кажется, рядом с двигателем. И здесь еще одно. А теперь нам экипаж не хватает, а энергии. Давайте здесь поставим экипаж, и здесь поставим экипаж. Вполне хватает теперь. Но места теперь у нас не очень много в корабле. Ну, неплохо. А потом мы его улучшим. Денег у нас мало осталось, но хватит для начала. Потом мы, может, или новый купим корабль, или этот полностью перестроим. Потому что он сам по себе не очень. Все, они готовы. Наш экипаж. И пошлите убивать второго противника. Так, смотрим. Нет, сначала за тобой посмотрим. Не сильно сильный противник. Выбираем наш кораблик. Выцеливаем центр. И выбираем атаку ровно по центру. Потому что это лучший вариант. И убираем, выделяем оба корабля и смотрим, кто победит. Ух, очень мощно. Он нас даже побить не сможет, мне кажется. Все, готов. У нас очень мощный корабль стал. А интересно, а реактор нет, он не разряжается. Просто я не знаю, как работает генератор щита. Я думал, он разряжается, когда в него попадают, а он вроде нормально. Так, погнали к следующему противнику. Так, посмотрим сначала, как он выглядит. А, это тот же самый противник. Ну, в смысле, корабль. И в лоб, и можно немножко отодвинуть, чтобы издалека лупить. Готово. Теперь убираем выделение и выделяем оба корабля. Смотрим, кто выиграет. Ну, по-любому мы выиграем, потому что у нас слишком мощный корабль. Он нас даже пробить не сможет. Тыдыщ. Неплохо. Мы полностью целы. Ни одной царапины даже нет. Отлично. Одни обломки летают. Окей. Нам нужно перелетать в другую планету. Потому что здесь уже никого не осталось. Я даже не знаю, как это сделать. Нам нужно полностью перестраивать корабль, чтобы построить ФТЛ-двигатель. Окей. Разбираем этот корабль. И строим свой. У нас можно с продажи получить. Окей. И строимся. Я, кстати, еще один мод поставил на увеличение размера корабля. Можно увеличить. Ну, раньше размер был максимальный корабля где-то вот такой, малюсенький. 125 клеток на 125. Я увеличил это до 1000. То есть здесь очень развитая модификация. И, кстати, игра бесплатная. Я могу ссылку в описании оставить на эту игру. Там есть и скачивание игры, и этот... Как он называется? Ну, в общем, общение с разработчиками и тому подобное. Форум. Игра полностью бесплатная, то есть классно. Я думал ее вообще купить в Стиме, потому что она очень классная. Но ее, во-первых, в Стиме нет, а во-вторых, она полностью бесплатная, то есть ее даже покупать не надо. Классно очень. Так, что мы сделаем? Мы сделаем что-нибудь интересненькое. Наверное. Постараюсь. В центре корабля по-любому должен быть реактор. Потому что он самая главная единица в корабле. Ключевая. Если его взорвут, то все, хана. Сколько там броня стоит? Дороговато. Так, дальше. Нам нужен ФТЛ-двигатель. Пускай рядышком стоит. Дальше. Нам нужен экипаж. Нет. Точка управления кораблем. Сзади тоже будет. Далее. Койки. Мне кажется, хватит. Хотя 12 человек это маловато. Наверное, еще добавить. Вот здесь пускай будет. Вот так неплохо. Уже, кстати, у нас пошли деньги обычные. То есть на деньги, полученные с того корабля, у нас уже ушли. Это плохо. Далее, двигатель. Раз, двигатель. Ну и, пожалуй, все, хватит. Здесь движок и здесь движок. Экипажа у нас достаточно вполне. Хотя нет, давайте лучше вот так сделаем. Лучше сделаем как-нибудь вот так. Ой, нет, так нельзя, вот так. Нет, не нравится. Кроме того, дорого слишком. В бюджет не войдем.
Не знаю даже. Вот так сделать можно. Блин, я симметрию забыл включить. Вот так. И теперь нам нужно что сделать? Пушку поставить здесь по бокам. Раз пушка. Ну и два сразу. И теперь лобовые пушки. Тут сразу реактор поставим, чтобы он заряжался мгновенно. Хотя, знаете что? Слишком опасно, мне кажется. Для реактора будет. Если в него попадут, все, хана. Может, лучше броней закрыть? Не знаю даже. Так, здесь сзади все броней закроем. Блин, дорого слишком. Неплохо. И теперь здесь тоже броню сейчас закроем. Готово. И теперь у нас осталось мало денег, всего 2000, надо экономить. Может, вот такую пушку поставить, но это слишком дорого. Так, генератор защитного поля. Может даже... Нет, два хватит. Точнее, одного хватит. Огнетушитель. Важная штука. Ну, давайте куда-нибудь... Куда? Сюда. Запихнем. Чтобы тушили корабль, если что. Далее. Бластеры по бокам. Вот так даже по бокам. Энергии... Денег нам еще хватает. Это хорошо. Главное, чтобы хватало денег. И, пожалуй, все, да? Экипажа у нас многовато, кстати. Так маловато. Что поставить за место? Мне кажется, можно сделать вот так лучше. А здесь экипаж поставить. Во, шикарно. И энергии теперь на все хватит, и отлично. Так. Только надо теперь всю эту броню закрыть, чтобы не пробили, если что, наши реакторы. Здесь все окей, окей. Что еще поставить? А, денег уже не хватает. Блин. Не хватает денег. Это плохо. Дорого слишком все. Без этих пушек нормально. Ну, два орудия вполне достаточно, мне кажется. Надо это поубирать, мне кажется, тоже лишнее. Вот так достаточно. Пока все, наверное. Денег не хватает. Потом прокачаем его. Нет, некрасиво. Не так. Вот так. Все, мне нравится. Более-менее. И в бюджет уложились, даже конкретно уложились. Надо, мне кажется, пушки можешь поставить. Да, они дешевые. Хватит. А экипажа тебе не хватает. Да, ну что ж такое. И куда эти койки цеплять? Так не хватит в любом случае. Блин. Какая диалема получается. Во, придумал. Во, отлично. Самое то. Две пушки. Четыре пушки даже. Энергии вполне достаточно, экипажа. Ну, немножко не хватает, но нормально. Сделать. Выглядит, если честно, не очень, но я его удлиню спереди. Автосохранение, кстати, удлиненные, они обычно быстрее приходят, просто из-за того, что я модификацию на большой мир включил, и это зря сделал. Очень зря. И можно будет кораблик наш... Ой, я не то сделал. Чё я сделал? Верните мой кораблик. Вот. Фух, чё я натворил? Вернули? Да, это мой кораблик. Все нормально. А теперь можно его разукрасить. Как-нибудь красивенько. Пускай он будет у нас серенького цвета, такого, ну, вот такого. Пожалуй. Не, хотя давайте более зеленый. Как-то так. И значки какие-нибудь поставим. Красненькие. Нет, череп. Хотя давайте череп, почему нет. И две звезды. И здесь. О, неплохо. Отменим. Ну, точнее, сохраним. Отлично. Погнали лупить врагов.
телепортируемся. Все, наш экипаж пошел из реактора энергию, то есть таскать в двигатель. Готово, погнали. Блин, долгое автосохранение, надо будет модификацию к следующему видео выключить. А то это не очень круто. Эй, я не нажимал. Ну ладно. Так, все, 4 противника, нормально. Лупим этих 4 противников. Я думаю, мы справимся. Они не должны быть сильными. Так, сначала рассмотрим его. Посмотрим. Всего одно орудие, это серьезно. Тю, какой лошок. Подальше. И в лобешник просто мы всадим. Все... из всех орудий. Готов. И в реактор. Просто испепелили. Отлично. Готов. Слабак. Хм, значит, корабль очень мощный стал. И, по-моему, да, совершенно целый. Даже не поцарапал. Даже не успел подумать об этом. Ого, а чё у нас так денег много? А, это наоборот мало. 13 тысяч. Это маловато. Так, смотрим на противника. Пушка. Пушка это опасно. Сравнительно. Мы просто ее оторвем. У нас париться не будем. Для пушки нужны боеприпасы. Боеприпасы производятся вот здесь у него, да? Фабрика пушечной амуниции, да. Пушка намного мощнее, чем обычные лазеры, но пушке нужны боеприпасы. И боеприпасы взрывоопасные, и пушка взрывоопасная. То есть с ней возиться долго. Когда будет большой корабль, то да, мы возьмем, конечно, пушку. Так, ломаем вот эту фигню. Боеприпасы. Что это было? Да добивай ты его уже. Сейчас взрыв будет, скорее всего. Нет? Почему? Я ему боеприпасы взорвал, должен быть взрыв. Ну окей. Реактор взорвали в любом случае. А чё модель 1 называется? Какое странное название. Так, ускоряемся. Сейчас понаблюдаем за противником. Если сильный, то валим. Ну, хотя вряд ли он будет сильнее, чем я. Этот противник, по-моему, даже не попал по мне, да? Ну да. У меня обогорела с другой стороны кнопка. Смотрим. Что у тебя есть интересненького? А, это тот же самый чувак. Ну, почти. Ой, убрать. Ой. Ничего не останется от него. Бои, конечно, здесь немножко скучные, но постройка кораблей это шикарно. Особенно в креативе. И состязания, вот берешь, строишь один корабль, строишь другой корабль, и в турнире их друг против друга выставляешь. Это очень, очень весело делать. Так, опять тот же самый чувак, только раскраска другая. Ну давай его убьем просто. В лицо. Все, уже пушки нету. Очень хороший корабль я построил. В предыдущем видео, когда я снимал, но забыл микрофон включить, у меня корабль так себе получился, честно сказать. Я проиграл на второй планете где-то. Слушай, и даже экипажа хватает. Классно. Все, мы тут всех убили. Геноцид прям космический. Планету за планетой очищаем. И телепортируемся. Сейчас опять сохранение будет долгое. Ай, бесит. Надо было убрать модификацию на большой мир. Из-за нее слишком сильно тупит. Звуки прикольные. Космос. Окей, кто следующий? У меня денег уже достаточно много. Но я не буду их тратить. Хотя, с другой стороны, я могу удлинить корабль. Ну ладно, давайте, у нас денег достаточно много, с другой стороны. Просто удлиним его. Так, перетащить, перетащить, вот перетащить.
перетаскиваем немножко орудия. Тут броней закрываем. Вот. И здесь тоже можно так сделать. Более плавный переход. Хотя нет, стоп. Мне так тоже не нравится. Вот так лучше. На расстоянии от щита. Я надеюсь, ракета еще не скоро появится, потому что я ПРО или ПРО, я не знаю, кто как читает. Я пока не ставлю. Не сильно надо. Лучше тут конвейеры поставлю. Все, ему даже сильно не... Ну, дешево обошлись. Можно еще двигатели поставить с другой стороны. Вот здесь. Или вот здесь. Пускай стоят. Энергии хватает, экипажа хватает теперь. Можно еще здесь? Нет, здесь не, нельзя. Жалко. Экипаж, энергия, хранилище. Но нет, мне не надо хранилище. Вполне достаточно и того, что есть. Пушки. Пушки пока мы не будем покупать, потому что нужен большой корабль. Невыгодно строить одну пушку. Лучше сразу 3 или 4. А мне это надо полностью весь корабль пристраивать. Так, нанимаем. Так, и ждем, пока все зарядится. Готово. И погнали, кого-нибудь убьем. Вот этого. Опа, это уже поинтереснее. Ну, тупо в лоб. Хотя, вот смотрите, у него 4 пушки целых. Это опасно. Тем более, 2 из них, вот эти Эми пушки, они по щиту хорошо лупят. И наблюдаем. Ну, мы по-любому выиграем. Но все равно опасно. Готово? Готово. Теперь, ого, слушайте, больно. Он сломал мне щит. Теперь, нам нужно просто развернуться и зайти сзади, чтобы добить. Скорее, скорее, скорее. Ай, больно, слушайте. Ну все, мы его добили. Тут ИИ умный. Он подстраивает именно корабль в таком положении, чтобы стрелять из всех орудий. Это очень классно сделано. Меня конкретно так повредили. Подчинимся. Можно, кстати, построить еще один корабль вроде, да? Или нет? Продать можно. Самоуничтожение, сохранить дизайн, переименовать можно. Переименовать мы не будем. Я знаю, тут можно создать еще... А, вот, нашел. Нет, это не то. Я хотел еще один корабль построить. Хотя этот корабль, кстати, классный, я его строил в креативе. И лазер этот тоже классный. Давайте это позовем. Вот, классно. А нельзя построить еще один просто? А не призывать из креатива? Это получается, мне надо в креативе построить кучу кораблей, чтобы их сюда призывать. Не очень круто. Этот корабль у меня неплохой достаточно. На нем почти все есть, что нужно. Так, 2 корабля теперь. Будем 2 летать. Это хорошо. Более удобно. Одним будем в лоб идти, вот этим щитом. А этим будем сбоку заходить, потому что пушка мощнее. Правда, эта пушка стандартная, обычная. Есть тяжелая. Она сразу тратит 4 снаряда, но и урон в 4 раза больше. И пробитие тоже. То есть очень мощный снаряд. Но правда, скорость полета снаряда меньше. Так, окружаем. И смотрим, кто это. О, нет, это опасно. А вот этот лазер, он надо вот, это, вот этим кораблем в лоб идти. Потому что лазер не пробивает щит. Просто тупо в лоб. Пускай по лазер, ну, под лазер попадает. И все, больше пушек нету. Чего? Фигня. Пускай, да, вот так в лобешник ему полетает. А вторым кораблем мы зайдем, во-первых, позже. Чуть-чуть. И как-нибудь хитренько зайдем сбоку. Нет, слева. Вот отсюда. Как раз по реактору. Да ну блин, ладно, так сделаем. Прицелимся по реактору. Во. Заходим сбоку и лупим сдалека. Вот так. И все вроде неплохо. Наблюдаем. О, пушка уже лупит, она дальнобойная, кстати. Я забыл сказать. Ой, не подставляй! Ой, дурак. И зачем ты... А, ладно. Повредился немного. О, он щит пробил. Это плохо. У этого чувака защитное поле, оно спрятано внутри.
А, ну почти сломали. Жесть. Слушайте, а если он мне... О, он почти пробился до фатал двигателя. Это жесть. А, блин. Лучше развернуться вот так. Бочком. Так, чувак, добивай его. О, уничтожили. Наконец-то. Это было опасно. Давай, сокол, заходи сбоку. Крепкий корабль. Щит очень умно поставлен. Но это, понятное дело, разработчики делали эти корабли. Не рандом, но все. Все, пускай добивают. Пушка, конечно, классная штука. Она, во-первых, дальнобойная, во-вторых, мощный урон носит. Какой-то крепкий корабль. Очень. Все, почти сломали. Добивайте уже. О, наконец-то. Какое-то было опасно. Так, чиним оба корабля. Готово. Ну, денег у нас еще осталось, да? А, нет, у нас очень мало денег, кстати. Очень много потратили на ремонт. Всего 10 тысяч осталось. Это мало. Так, смотрим. О, это вообще лошок. А, вот этим кораблем. Идем. Прям в лоб. Нагло. В лоб. Чуть-чуть отойдем. Нормально. А вторым кораблем... Блин, надо назначить им клавиши. Ctrl 1, Ctrl 2. Назначилось? Нет, почему? F1? Нет. А что, нельзя назначить? Жалко. Было бы удобно. А вторым кораблем просто тупо заходим в бок. С этого сбоку, да? Стоп. Не нравится мне то, что выделение пропадает. И подальше. Чтобы безопасно было. Все, готово. Опять сокол. Ну куда ты? Второй корабль вообще. Не с той стороны сейчас пойдет облетать. Не надо, не надо. Стой здесь. Не надо, чтобы он облетал, это опасно очень. Пускай так пойдет. Отлично, раскромсали просто. И почти не поранились. Там одну детальку поломало. Пошлите, убьем последнего. И на следующую планету уже перелетим в следующем видео. Так, ускорение. Ого, ого. Ого-го-го-го-го-го. А мы с такой фигней не справимся, скорее всего. Дальше. Ого-го. Это будет жестко. Так, ломать центральную фигню. Я даже не знаю, справимся ли. Мне кажется, не справимся. Хотя... Так, ладно, давай поближе. Ой, хана моему кораблю. Хотя, смотрите, мы его почти пробили. А, большой лазер вот этот. Все сломали. Второй корабль, что ты там тупишь? Я вообще по приколу строил, но мне он понравился. Нормально, выживем. Стой, не то. Да, победили мы его. Наконец-то. Сложность, если бы противник такой получился. Сейчас по реактору еще попасть и все, готов. О! Нет! Он убил этот корабль. Офигеть. Он взорвал вот этот реактор мой. Ой, блин, это плохо. Это очень плохо. Я на ремонт очень много денег потрачу. Это то же самое, что корабль с нуля строить. Так, стоп. Мне придется, наверное, сломать вот эти орудия. Они какие-то слишком злые получились. Иначе продую. Все, я продул. Твою же дивизию. Стоп, кто видит?
А как ты починил? А, это он оглушил только, он не взрывал. Скорее. Все, сейчас канал. Нет. А второй корабль можно починить? Нет. А этим я убежать не могу. Хана. Вы стреляй. У тебя есть еще шанс. Стреляйте. Все, хана. Ну хотя, слушайте, вот эта Эйми пушка, она очень слабая по урону. Да, крутанись еще один разок. Пожалуйста. Я ничего не смогу сделать сейчас. Хана. Ну-ка, давай еще немножко крутись. В космосе же нету инерции. Точнее, наоборот, там же нету гравитации, поэтому инерция бесконечна. Почему он замедляется? Он должен крутиться бесконечно. Нереалистично. Так, выбрать пушку. Шмальни. Пожалуйста. О, молодец. Ну, правда, не та, которую хотел, но сойдет. Она намного наобум стреляет, по-моему. Да? Ну, посмотрим, что получится. Бедный кораблик. Ужас просто. Весь убитый. О, и пушка тебе подключилась. Ну, слушайте, у нас есть шанс. Если он не... Блин, отлетел. А сейчас шанса нет. Он еще и толкнул. Ладно, спорим. О, можем починиться. Получи. А не-не, опять эти пушки. Уничтожь, блин, достал. Добивай, добивай. Yes. Фух, это было жестко. Я не смогу, кстати, второй корабль починить, я даже не знаю, где он. А все, от него ничего не осталось, просто абсолютно ничего. А мне надо этот корабль улучшать, потому что денег мало, а мне нужен фотел двигатель. Не, ремонтировать я не буду пока. Ух, слушайте, концовка, конечно, у нас не очень получилась. Я корабль... А, вот он. Можем починить, да? 8 тысяч? Нет, смысла нету. Я лучше продам все. Очистить. Забыть уничтоженные части. Нет, не то. Я хочу не ремонтировать, а сломать его. А, забыть, да. Забыть. Забыть мы не можем. А, продать как? А, вот. Нет, это починка, я не то сделал. Продать. 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 Все. Теперь у нас остался только один корабль. Это можно. Кусочки можно продать? А че я не могу мышкой управлять? Во, заработала. Это не мои куски. Все, только один мой сук остался. Ладно, пока починим его, но мне нужен фтл двигатель. Но в любом случае, мы на этом пока закончим. Игрушка очень классная, но я в нее играл только в креативе. В креативе, конечно, там. Простор для строительства здесь поменьше. Ну хотя, если мы набьем много противников, то можем построить гигантский корабль. Ну а пока на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующее видео. Всем пока!